Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции напомнили юным велосипедистам правила безопасного поведения на дороге. Ребят проинструктировали по технике безопасности управления велосипедом и рассказали, что передвигаться по дорогам на велосипеде можно только с 14 лет с обязательным использованием защитной экипировки. Особое внимание дорожные полицейские уделили главному правилу пересечения проезжей части по зебре. Велосипедист должен спешиться и катить свое транспортное средство рядом с собой. Для закрепления полученных знаний юным участникам акции раздали памятки.